то, о чем все говорят два года, сегодня наконец-то свершилось. У нашего проекта «Папаньки» сегодня появляется, ну, братик или сестричка, зависит от режиссера. Да, сегодня появляется еще один ребенок нашей замечательной дизель-семьи. Друзья, коллеги, братья и сестры, киносемья, наш крейсер отправляется в трехмесячное плавание, чтобы оно было самым лучшим в нашей жизни. Чтобы мы вспоминали эти три месяца как лучшее время нашей жизни. Ура! За работу! Ура! Ура! Это будет шикарный сезон. Мы в этом сериале ныряем от первого сезона, прошло полгода. Во втором сезоне будет больше приключений, будет больше мужской дружбы, мужской взаимовыручки. И наши герои покажут себя настоящими мужиками, настоящими папаньками. Второй сезон будет сильнее, чем первый. И так как его ожидают все очень сильно, мы тоже ждем, что это будет такой мощный проект. Папаньки 2. Папаньки — это, так сложилось, мой любимый в нашей студии проект. Значит так, ребятушки, я жду, что в этом сезоне мне придется попахать. А настроение вот такое вот, потому что, собственно, продолжение, первый день, все собрались, всех рады видеть очень. А ожидание, что, ну, это будет круче, чем первая часть, это будет интереснее, смешнее, чем первая часть. Я этого ждала два года, я обожаю папаньек. И я смогу быть спокойнее, миролюбивее, счастливее, любить своего мужа, любить всех вокруг, и все будет прекрасно. Наконец-то мы это сделали, наконец-то мы запустили вторые папаньки. Скоро!